Ты первый, он второй, я третий. Едем, короче, на жемчужину. Там! Горит! Едем на жемчужину. Ваня захотел на жемчужину посмотреть. Ну что делать, нехуй. Вечер, жара вроде так подспала. Прокатимся. Вон пылища какая-то, мы вообще не едем нихуя. Ваня первый раз едет. Сейчас посмотрим, может что-нибудь запишем. Интересно, что Ваня там на горочках потворить будет. Эти томотики сделаны для этого, для этой поляны. Им похуй. А вот я сюда на чопере ездил. Уже, наверное, говорил не раз. Но хоть жара такая спадает, так интересно. Максим привез мотоцикл, так что скоро у нас подкрепление. Сейчас пока обыгается туда-сюда. Пока скажет жалко-то. Надо обкатать немножко. Кто скажет, с вами обкатаешь. Все-таки технику первый раз такую новую берет. Ну, ветерок так будет. Если бы днем, я бы сюда ни за что не поехал. Нахуй надо. Ваня только ногами помогает, я еще не помогал. А нет, один раз повороты держал. Это даже так. Ну что ты? Вот и приехали, брат, на жемчужину Сибири.